Губернатор Игорь Руденя в Москве принял участие в семинаре-совещании по подготовке к заседанию Президиума Госсовета. Темой разговора на этот раз выбрана транспортная стратегия России до 2030 года с прогнозом до 2035. На семинаре-совещании глава Верхней Волжья возглавил дискуссию по модернизации региональных и местных пассажирских перевозок, а также инфраструктуры. Как известно, наша область в числе первых начала работу по этому направлению. Сейчас новая модель действует в Твери, Калининском, Ржевском, Старицком, Кимрском и Зубцовском районах. В 2020 году Тверская агломерация стала победителем общенациональной премии «Формула движения» в номинации «Лучшее решение в области пассажирского транспорта». Планируется распространить этот опыт на все муниципалитеты Верхневолжья, для чего в общей сумме закупят 1430 автобусов.